Скрывавшийся за границей экс-глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудибаев задержан. Информацию подтвердил генпрокурор. Глава ведомства Берик Асылов отметил, что генерала полиции арестовали в Турции. Напомню, 3 апреля бывшего высокопоставленного чиновника объявили в международный розыск. Ранее его принудительно должны были доставить в суд из-за того, что он несколько раз не явился. Тогда обвинение запросило для Серика Кудибаева 9 лет лишения свободы. Позже выяснилось, что 23 марта он пересек госграницу и в тот же день из аэропорта Манас в Бишкеке вылетел в Стамбул. Его обвиняют в превышении власти или должностных полномочий. Во время январских событий он покинул здание областного ДП, где хранилось оружие. В период судебного разбирательства Кудибаев Сирик Мырзакулович, нарушив избранную в отношении него меру пресечения, скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в международный розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей.